потерялась. Побежали, побежали. Он на крыльку у нас летает. Он летает, весь день летает. И никак не прилетает. Тихо, тихо, тихо. Скорее, скорее, скорее. Он у нас как ведьмы летает. Замена визита. Полетели, полетели, ведьмы. Полетели. Скорее, 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 скорее! Вот умница! Вот молодец! Эгэгэй, залётные! Ну что ж, ребята, молодцы! Разогнали нечистую силу! И ведьм всех разогнали! А почему? Кто мне скажет? Правильно, чтобы они не колдовали, и чтобы у нас счастье было на дворе, и здоровье, и успех. И весело живут, как наши красавицы. Ну-ка, давайте споем сейчас все вместе. Давайте сюда встанем, ребятки. От елочки давайте мы отойдем и вот сюда встанем. От елочки давайте отойдем, потому что артист у нас давай, вон там встанет. Вон там артистов посмотрим, а потом снова играть с вами будем. Так. Скорей, и зови своих друзей белым снегом залей.
сегодня празднование Рождества в селе Липицы Серпуховского района. А мы свои дела сделали, посмотрели и едем домой. Кому понравилось это видео, ставьте лайк и всех с Рождеством. Пока-пока.